says, you know I'm too general. Итак. Минус глаз у него. Присядь. Да. Кое-что покажу. Я тут пару месяцев наводил справки. Он что, до сих пор хочет Эбби уебать? Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Да прекращайте уже, ебаный рот. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Зачем? Вот здесь. Зачем? Это точно она. Да всем похуй, зачем? Хватит с нас этого. Согласен. Блять, там уже несколько лет прошло, блять. Ну, я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Чё понятно тоже, блять. Легко, наверное. Забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. А у тебя что? Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Вроде взрослый мужик, намного старше нее, и какую-то хуйню полную несет. Нахуя он это? Поддержишь его? Да. Ну, блядь, типа, ну, типа они с женой расстались. Была бы у него жена, он бы даже не приехал, я думаю. Она дала слово. Да мне плевать. Я тут пару месяцев наводил справки. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Вам что, блядь, не сидится-то, ёбаный бро? Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Хватит с нас этого. Ты чё, блядь, не сидится тебе спокойно на жопе ровно-то? Ты чё? Прости. Вас отпустили, дураков, блядь. Народу постреляли, толпу, сука. Я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Не, ну это и вообще не вариант. Этому ладно, блядь. Ему делать нехуй больше. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Ебать претензии ты ставишь, слышишь ты? Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Уебать, блядь. Она похуй. Да. Чё, ну это что за бред? Так. Им сейчас прям, да, ходить, мстить, блядь, бабе, которые... Фу, блядь, слюни полетели изо рта, нахуй. Ничего. Томми, чтоб тебя... Столько народу друг друга положили уже, всех друзей, блядь, через всех друзей, и всех друзей всех убили, все. Остались, блядь, отпустила баба вас. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Я тут пару месяцев наводил справки. Один парень услышал мой рассказ.
И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. В Санта-Барбару поехал. Говорит, жена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Хватит с нас этого. Месть — это плохо. Ну? Я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй! Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми! Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Вот. Что это было? Ничего. У Томми есть шары, это хорошо. Томми, чтоб тебя. Ты знаешь, что мы пережили. Не начинай. Она дала слово. Да мне плевать. Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Блять, вы опять что ли начинаете? Я что-то понять не могу. Хватит с нас этого. Прости. Ну, я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Что-то, блядь, как-то... Я не понимаю, что происходит, друзья. Эй. Пожалуйста. Что это было? Поток мыслей каких-то... Бля. Не начинай. Она дала слово. Ну, а что Томми предлагает? Опять идти на охоту точно так же, как и Эбби в свое время пришла в Джексон, убила Джоэла. А потом кто-то за нее начнет мстить и... О, боже мой. Пока не останется кто-то один, или они вместе не умрут. Не для того, Томми, ты оставался жив, чтобы опять рисковать жизнью и попытаться отомстить. Потом, мне кажется, она уже достаточно заплатила. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Да ну не. Вот здесь. Это точно она. Или сделай правильное решение, пожалуйста. Хватит с нас этого.
Прости. Ну? Я не смогу. Знаю. Сидеть? Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Красавчик, реально вилку в глаз выбрал. Да, тут как бы респект, пацану. Поддержишь его? Да. Пиздец, охуел, блядь. Он вообще какой-то, ну, козел ебаный, Томми. Бля, Томми как подстрекатель, ёб. Но живут они нормально, пытаются забыть уже все это дерьмо. Ничего. А, он все-таки хочет отомстить, я понял. Прости. Ай, блядь. Она типа сдается, да? Понятно. Ну. Я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Даже он все понял, что ты... Да. Томми, да нам уже давно все понятно, Томми. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Дайте нам поиграть за Томми, ну. Поддержишь его? Да. Так. Все. Держу. Да, нет. Выставляю теперь мужика, чего? То есть Томми, да, каким-то просто козлом. Типа, Томми, пришел тут. Тут ребенок вообще-то. Да мне плевать. У нас вообще-то ребенок. Я женщина. В этом твоя проблема. Вот сейчас, мне кажется, она откажется. Хватит с нас этого. Я не смогу. Знаю. Главное, он чтобы он в соло не решил поехать. Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Не, Томми. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Томми, зачем они так с ним? Да. Так, все. Держи. Эй! Зачем его таким сделали? Он же не такой был. Не начинай. Она дала слово. Да мне плевать. Он же не пойдет туда один. Так. Элли, иди с ней. Мелли, блин. Эй! Что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя. Ты знаешь, что мы пели. Не начинай. Она дала слово. Да мне плевать. Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Охренеть. Блин, ну тут такое дело, блин, мстить или нет? Охренеть. Да может хватит? Один раз уже пошли мстить. Хватит с нас этого.
Вот и я о том же. Прости. Ну? Я не смогу. Знаю. Ну хотя бы Элли поняла уже, что не надо мстить. Ну понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй! Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми! Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя! Ты знаешь, что мы пережили. Не начинай! Она дала слово! Да мне плевать! Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Чтобы больше ты в моем доме. Об этом не заикался. Ты меня понял? Она все-таки туда, наверное, отправится. Легко, наверное. Забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Бля, тварь, мужлан, вонючий, заткнись нахер! Она заплатит. Томми. Козлина. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Да, мужиков, конечно, тут выставили в не самом лучшем свете. Эй. Пришел, накричал, наехал. Чего? Сам не может, просит Элли помогать. Не начинай. Не, ну его можно понять, и их тоже можно понять. Я знаю, Дина. У нее все хорошо, семья, она не хочет просто идти, убивать. Не факт, что она еще и вернется, может быть, ее убьют. А тут терять Дину с ребенком. А Томми-то похер. Все, у него умер брат, с женой расстался. Детей вроде у них нету. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. И чё? В смысле, DLC будет продолжение? Хватит с нас этого. Может быть, действительно хватит? А он слеп один на один глаз, да, теперь? Прости. Он за брат... Томми за брата будет мстить! Я не смогу. Томми будет мстить за брата! Знаю. DLC будет, да? Мы будем за Томми играть! Понятно. Чё, реально за Томми будем играть в DLC? Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй! Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Он слеп на один глаз. Жалко. Поддержишь его? Да. А Томми не смирился. Так. Все. Держу. Эй! Что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя! Ты знаешь, что мы пережили. Не начинай! Она дала слово! Да мне плевать! Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Опять месть. Не для того, Томми, ты
оставался жив, чтобы опять рисковать жизнью и попытаться отомстить. Потом, мне кажется, она уже достаточно заплатила. Красавчик, реально вилку в глаз выбрал. Да, тут как бы респект, пацану. Месть — это плохо.